закончил. Викинги? Нет, пожалуйста, я всего лишь скромный историк. Сейчас ты станешь историей. Так, я из будущего. Только прочитал твою книгу. Очень круто. Мою книгу? Ты имеешь в виду Библию? О, правда? Я бы назвал ее Чепухибля. Короче, маловато, но мне понравилась эта садомия. Очень смело. Спасибо. Что с концовкой? Чувак просто умирает на здоровой Те и его бросают в пещере? Ну, так и было. Нет, скучно. Верни его. Как? Он же в пещере, а потом не в пещере. А потом он улетает. Уж. Но это просто бессмысленно. Ладно, спасибо. Пока. А потом он возвращается. О, нет! Мой брат-близнец! Я убью тебя! О, это отлично. Теперь люди почему-то едят шоколадные яйца. Но тебе нужно изменить историю. Ты имеешь в виду Рошу? Добавь немного мистики, типа, кто его отец? А кто знает? Это Иосиф. Фигня. Сюжетный поворот? Это дух. О, мой бог. Точно. А, ладно. О нет, мои братья! На самом деле у меня еще замечание. О нет. Мне не нравятся все эти персонажи. Я не могу их всех убить. Да, убей их всех, утопи их. Кроме Ноя, он классный. Посади его в лодку. Но как он... И животных. Они тоже классные. Посади их в лодку. О, и рыб тоже. Посади всех в лодку! Представь, он на доске для серфинга, а потом бам. Никакой доски для серфинга. А, и он идет по воде. Что за доска для серфинга? Еще одну рыбу. Но Давид и Голиаф были друзьями. Я понимаю. Но как насчет того, что Давид его убьет? Что? Камешком. Это уже чересчур. А потом отрывает ему голову. Еще одну рыбу. Нет, вода это скучно. Сделай ее вином. Но я уже написал про воду. Иисус волшебник. Пью-пью. Теперь это вино. Это вино? Это чернила. Еще одну рыбу. О, хотите этих рабов? Как насчет кучи багов? А потом Моисей использует силу джедая, чтобы передвинуть море. А потом Бог такой, это просто шутка, бро! А Авраам такой, чё? И остренькая женщина становится солененькой. Смотри, вся сила в его волосах. Так медведи едят детей. И Донки Конг говорит, транс. Хватит! Пожалуйста! Пергамент закончился. О, какая жалость. Ну, все равно спасибо. Увидимся в сиквеле. Нет! Мои кузены-тройняшки! И тогда Бог сказал дереву, никто больше не будет есть твои плоды. И... Окей, он просто убил дерево. Он просто убил дерево. Я больше не могу. В этой книге нет смысла! Ой, почему тебе надо не написать что-то получше? О, это вино?